Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале CBC. В студии Тели Гусейнзаде. Вначале коротко о главном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии туристического комплекса грязевых вулканов на территории Апшеронского района. Бакинская инициативная группа проводит гибридную пресс-конференцию с целью прорыва информационной блокады в Новой Каледонии и информирования о происходящих на острове событий со слов местных официальных лиц. Посол Армении в Беларуси вызван в Ереван для консультации. Ранее премьер страны Никол Пашинян потребовал извинения от президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его слов о войне в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Габустан Апшеронского района. Туристический комплекс построен на территории площадью 12 гектаров. Здесь возведено административное здание. Созданная новая туристическая инфраструктура позволила открыть более 60 новых рабочих мест для местного населения, особенно для людей, проживающих на прилегающих территориях. Туристско-информационный центр комплекса состоит из выставочного зала и мастерской, также построен ресторан, проложена пешеходная дорожка для того, чтобы туристы могли наблюдать за вулканами. Созданы пункт панорамного обзора и площадка, поднявшись на которую можно с высоты наблюдать за расположенными вокруг грязевыми вулканами. Туристы будут иметь возможность принять участие в экскурсии по этой территории со сложным рельефом на квадроциклах, экологическом чистом виде транспорта. Очередная провокация Армении. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, вооруженные силы Армении минувшим днем обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Нахчеванском направлении стрелкового оружия. Обстрел велся в направлении Шарурского, Урдубадского и Шахбузского районов в Нахчеванской автономной республике. Азербайджанскими военными были приняты ответные меры. Визит президента Беларуси на освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана до сих пор не дает покоя руководству Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отныне не поедет в Беларусь, пока этой страной руководит Александр Лукашенко. Пашинян потребовал извинения от белорусского лидера. Армянский премьер Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, разразился критикой в адрес ОДКБ. В этот раз он связал вопрос дальнейшего членства Еревана в военном блоке, как ни странно, с извинениями от президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам Пашиняна, белорусский лидер должен извиниться перед армянским народом за заявления, сделанные в ходе визита в Азербайджан. Напомню, что в Баку на встрече с президентом Ильхамом Алиевым Лукашенко назвал Вторую Карабахскую войну освободительной и заявил, что прогнозировал победу Азербайджана. Он также посетил освобожденные территории страны, где выразил готовность Беларуси принять участие в возрождении Карабаха. Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать. Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь, покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще. По словам Пашиняна, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Беларусь решит выйти из военной организации, или президент Лукашенко найдет такие слова с извинениями, которые, цитата, «будут приемлемы для армянского народа». При этом ворчапет «Сия Армении» добавил, что будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ. А ОДКБ Пашинян по-прежнему называет союзом-пузырем и считает выход своей страны из военного блока лишь делом времени. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы сказали, что у нас есть вопросы, на которые мы будем искать ответы. Мы решим, когда это произойдет. Может, месяц, может, год. Пашинян также напомнил, что в ноябре 2022 года в Ереване на саммите ОДКБ Армения отказалась подписывать документы этой военной организации. Они, по его словам, не отвечали интересам страны и не соответствовали программе правительства.
То есть оппозиция говорит, что мы должны послушно подписать документы, которые не соответствуют программе правительства и интересам нашей страны. А раз мы этого не сделали, должны ли мы уйти в отставку? На фоне критики Пашиняна в адрес Лукашенко посла Армении в Беларуси вызвали в Ереван для консультации. Информацию подтвердили и в армянском внешнеполитическом ведомстве. Ситуацию между тем прокомментировали в белорусском дипведомстве в Москве. Советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский заявил, что Минск спокойно оценивает импульсивные высказывания армянского премьера и назвал выбор союзников и партнера суверенным делом Беларуси. Подход «или-или» является для Минска неприемлемым. Взаимодействие с Баку будет продолжено во всех сферах, включая военно-техническую, подчеркнул Шпаковский. Ну, между тем, в МИД Беларуси также ответили Пашиняну и заявили, что посол в Ереване будет отозван. В заявлении белорусского ведомства о ситуации в Армении и заявлениях Пашиняна говорится, если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция. В Минске отметили, что ухудшать отношения с Ереваном не намерены, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Посол Беларуси в Ереване при этом в ближайшее время вернется в МИД. Как говорится в сообщении, отметим, что ранее Армения отозвала своего посла в Беларуси. Бакинская инициативная группа провела онлайн-пресс-конференцию на тему деколонизации, международной дипломатии, роль коммуникации в современном мире. В ней приняли участие иностранные журналисты, известные блогеры и гражданские активисты, также официальные представители Новой Каледонии. Целью проведения мероприятия является прорыв информационной блокады в Новой Каледонии и информирование о происходящих на островах событий со слов местных официальных лиц. Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов подчеркнул, что нарушение французским правительством основных прав человека в Новой Каледонии является доказательством того, что у правительства Франции нет политической воли выполнять резолюции Генассамблеи ООН о деколонизации. Глава МИД Новой Каледонии Микаэль Форест заявил, что архипелаг находится в условиях серьезного кризиса из-за военного давления Франции. По его словам, ситуация, с которой сталкивается Новая Каледония, создает серьезную психологическую напряженность в обществе. Наш народ малочисленный. Все народы с колониальным прошлым должны иметь возможность использовать аналогичные платформы, чтобы их голос был услышан. Франция заставила нас жить в колониальных условиях. Тем не менее, мы боремся за свои права и свободы. В этой борьбе нам очень нужна международная поддержка. Я считаю, что канакский народ имеет право на самоопределение. К нам подключается Ильяс Гусейнов, политолог. Здравствуйте, Ильяс. Здравствуйте, Роман. Ну, Бакинская инициативная группа, как мы знаем, со дня своего основания реализовала ряд важных инициатив, посвященных борьбе с неоколониализмом. Вот как вы оцениваете Бакинскую площадку, которая поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, ну, все еще страдающих, к сожалению, от колонизации в 21 веке? Спасибо большое за вопрос. Конечно, Бакинская инициативная группа при движении присоединения проводит очень широкомасштабную работу, и эта работа была еще во время председательства Азербайджана в этой организации, в этом движении. И сейчас главной политической повесткой является против политики деколонизации, и есть соответствующие резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и движение присоединения, и при этой движении Бакинская инициативная группа выступает за права и свободу разных регионов населения, и сейчас существует информационная блокада в Новой Каледонии, и Франция всеми усилиями препятствует распространению информации от этого архипелага, и даже вот накануне во время столкновений, где пострадали мирные невинные жители этого архипелага, была очень большая информационная блокада, информационный прессинг со стороны официального Парижа, и благодаря тому, что сейчас при ООН существует группа
против деколонизации, и представитель Новой Каледонии в этой группе предоставил все факты, происходящие в этом архипелаге, и при помощи предоставления этих фактов весь мир узнал о том, что происходит в этом регионе. Конечно, Франция ввела в этот архипелаг свои вооруженные силы, и при помощи своей мощи, своей пресловутой, конечно, мощи, она показывает, что здесь может проводить какие-то конституционные реформы. И, конечно, в последнее время Франция проводит эту ассимиляцию, и сейчас именно конституционные изменения подразумевают то, что если жители, которые живут здесь, уже могут иметь право голоса. И это делается преднамеренно для того, чтобы здесь проводить политику официального Парижа. И, конечно, здесь есть очень важные минеральные ресурсы для Франции, никель. И вот уже долгое время вот этот минеральный ресурс вывозится в Францию, потом перепродается, и это очень стратегический материал для Франции, и, конечно, Франция не хочет терять, как в Новой Каледонии и в других заморских территориях, свое влияние, свое присутствие. Но, несмотря на это, Франция давит все протесты, все высказывания, выступления, и все официальные СМИ Парижа молчат, что происходит в этих территориях. И, конечно, Бакинская инициативная группа предоставляет площадку для обсуждений, и все гражданские активисты, блогеры, журналисты, эксперты уже могут высказывать свое мнение, проводятся гибридные конференции. И были несколько конференций Бакинской инициативной группы в Женеве, в Нью-Йорке, в Баку. И здесь уже говорится о тех преступлениях, бесчинствах, которые творятся в этих территориях. И, конечно, Франция замалчивает об этом, Франция не говорит об этом. Франция не просит прощения о своих преступлениях и о своем историческом прошлом. Наоборот, при помощи силы, при помощи своих информационных и других гибридных рычагов, хочет, чтобы все это прошло гладко, и никто не узнал о том, что какая политика проводится в заморских территориях, на Черном континенте и так далее. И сейчас открыто многие страны выступают против политики Франции, например, Мали, Буркина-Фасо, Габон, Нигер. Открыто говорят о том, что не хотят французских военных, дипломатов видеть и выдворяют из страны, в том числе и колониальных территорий, колониальных этих преобразований, и они хотят свободу, они хотят независимости, отдаления от Франции, они хотят искусственного ассимиления нации, потому что это очень приведет к плохим последствиям, но Франция это делает преднамеренно для удерживание насильственно все эти территории. И, конечно, это мероприятие Бакинской инициативной группы служит для того, чтобы все узнали, что происходит на этих территориях, и журналисты, подключенные к этой конференции, к этой мероприятии, уже предоставляют информацию. И, конечно, надо распространять все эти информации, и мировые СМИ должны тиражировать эти мероприятия, итоги этой конференции. Должны быть научные конференции, должны все эти мероприятия уже переходить на иную плоскость, на другой масштаб, чтобы весь мир узнал о тех преступлениях, о той политике официального Парижа, макроновской администрации, особенно надо отметить, которая показывает особую жестокость по отношению канаков. И эту политику надо показывать, что истинная политика Франции
на какой стадии они считают себя колыбелью демократии, колыбелью всех ценностей. Но, к сожалению, вот то, что происходит в Новой Каледонии, показывает истинное лицо официального Парижа. Ильяс, а как вы думаете, все-таки почему мировая общественность не реагирует на призывы вот, антиколониальных движений, поддержать их усилия по обеспечению уважения основных прав на свободу, возмещению ущерба и развития? Знаете, Стефан, вот здесь выходит на первый план двойная политика, двойные стандарты. И могущественные большие страны, сверхдержавы, они могут манипулировать фактами, и они для этого держат разные фонды, разные неправительственные большие организации, транснациональные компании, и могут влиять на систему международных отношений, на систему правовых регуляций, правовых отношений. И поэтому, если речь заходит о великих державах, о больших странах, то маленькие страны, международные организации, международные неправительственные организации, которые непосредственно должны заниматься правами человека, молчат. Они не хотят распространять истину, реальность. Мы, как страна, которая подвергалась агрессии, которая на территории проводились этнические чистки, которая долгие годы хотела предъявить о реалиях в этом регионе, которая требовала мониторинга на оккупированных территориях, хорошо знаем, очень хорошо осведомлены об этих двойных стандартах, когда речь шла об Азербайджане, когда заходила тема о тюркском мусульманской стране Азербайджане, то многие международные организации умалчивали и не хотели говорить истину или же закрывали просто-напросто глаза на происходящее. И поэтому мы очень хорошо понимаем то, что творится в заморских территориях, и очень хорошо понимаем современную политику колонизации и суть, методологию этой проблемы, и поэтому и говорим, вот предоставляем все услуги, но ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела, потому что особенно надо вот эти определения не путать. Но мы за свободу, за предоставление всех прав и свобод для местного населения, которое автохтонное население и долгие годы исторически здесь обосновались. И, конечно, политика целенаправленной ассимиляции здесь недопустима. И большие страны, конечно, и в частности Франция, вот до сих пор, в 21 веке, на современных международных условиях, вот диктуют свои права, колониальную политику и для своей конечной цели используют все возможные средства, и в том числе средства массовой информации, социальные сети. И особенно, когда речь заходит о том, что вот социальные сети должны освещать все, что происходит, СМИ международные, большие, у которых миллионные читатели, то они не тиражируют и просто не проходят через редакцию все эти вещи. Конечно, они знают, что могут быть какие-то давления, какие-то урезы финансовые и так далее. Поэтому вот вся система так и устроена, что когда речь идет о Франции, многие СМИ молчат и многие редактор просто не принимает те материалы, которые происходят, и думает, что вот это, если не будут тиражировать, многие об этом не узнают, и просто все это пройдет. Вот официальный парижанин надеется на это, что у них на руках все карты и все рычаги давления у них. А вот именно те страны, которые развиваются, те страны, которые подвергаются агрессии, те страны, которые проводится вот эта колониальная политика, они ищут для себя опеки, ищут для себя платформы для того, чтобы смогли высказать свое мнение, найти своих единомышленников
Вот поэтому и африканские страны, и заморские территории, где именно французское влияние присутствует, они уже вот соединяются, и это очень похвально. Спасибо. Спасибо большое. Ильяс Гусейнов, политолог, к нам подключался. Совет прессы Азербайджана призвал ведущие мировые журналистские сообщества и организации, занимающиеся защитой прав и свобод человека, решительно осудить попытки Франции ограничить деятельность сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства. Попытка помешать сотруднику информационного агентства «Азертадж» Айюн Гасановой принять участие в семинаре в немецком Бонне, запретив ей въезд в Шенгенскую зону, была совершена по заказу Франции. Об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана. Это не что иное, как нарушение правовых норм и ограничения свободы слова и выражения мнений. Низкий рейтинг, внутренняя и внешняя политическая нестабильность вынуждают президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство заниматься провокациями и прикладывать руку ко всему, что может отвлечь, но никак не решать проблемы Франции и ее народа. И, как известно, все демократы, демократически ориентированные страны всегда утверждали, утверждают и будут утверждать, что пресса является четвертой властью. Свободная пресса, представители медиа, журналисты, корреспонденты и так далее. Так вот, это говорит о том, что французская нынешняя политическая власть, истеблишмент в лице Макрона и его одиозного окружения, оно не придерживается норм и правил демократического общества, норм и правил демократического взаимоотношения со странами, в том числе и с Азербайджаном. Франция, национальный девиз которой «свобода, равенство и братство», на деле не пускает азербайджанского журналиста в шенгенскую зону. Чего же так боятся или опасаются французы? В Германии, в городе Бонне, в рамках Международной климатической конференции ООН было организовано мероприятие, посвященное председательству Азербайджана на главном климатическом саммите КОП-29, который пройдет в Баку. Параллельно с этим, чем ближе старт Олимпийских игр в Париже, тем больше разговоров о том, что главное спортивное событие года будет одним из самых провальных в истории. То есть тогда, как Азербайджан успешно принимает и проводит уже не первое мероприятие мирового масштаба, у Пятой Республики, у Макрона проблемы с организацией Олимпийских игр налицо. Они лишают людей последнего убежища, где они находились, и их это убирают. Город заполнен крысами, об этом уже вообще даже не о чем говорить, тараканами, насекомыми и так далее. То есть грязь, вонь. Вот чем отличается нынешнее французское метро, нынешние муниципалитеты, которые не могут вести борьбу с теми, скажем так, параллельными всеми этими вопросами, которые являются... выходит за рамки человеческого восприятия. Невозможное понимание, что мир изменился. Они находятся в психологии даже не то, что а в психологии колониалиста, оказавшегося с 19 века, пришедшего в 21 век. И он не может понять, что его окружает, что изменился мир, и будет он еще больше меняться в ближайшие 5-10 лет, когда он устоится. И поэтому, естественно, что это говорит о том, что величайшие философы умы, и Шпенглер, и Ницше, и другие, они были правы. Конец – закат Европы. Это и есть закат Европы. Подход Франции является политическим, предвзятым и не вписывается не только в рамки закона, но и в нормы этики. Это нетерпимое отношение страны к ценностям СМИ и свободе слова. Франция должна принять во внимание, что попытка ограничить журналистскую деятельность в то же время сводит на нет принципы демократии и общечеловеческие ценности. К сожалению, власти этой страны об этом не задумываются, говорится в Совете прессы Азербайджана. Руфат Халафов, CBC. Сегодня в Италии стартует саммит Большой Семерки. Основными темами встречи, как ожидается, станут конфликт в Украине, а также ситуация на Ближнем Востоке. Но учитывая нынешнее положение лидеров стран-участниц, является ли этот саммит демонстрацией силы Запада или скорее его нелепости?
Война в Украине продолжается уже третий год, а крайне правые партии, которые являются противниками помощи Киеву, побеждают на выборах в Европарламент. На фоне этого мировые лидеры в срочном порядке предпринимают шаги для улучшения своих позиций. Саммит Большой Семерки в этом году представляет собой, пожалуй, самую слабую встречу лидеров, которую группа собирала за последние годы. Большинство присутствующих отвлечены выборами или внутренними кризисами, цепляясь из последних сил за власть. Эммануэль Макрон и Риши Сунак погружены в процесс внеочередных выборов, которые они инициировали в последней попытке вернуть доверие граждан к себе. Партия канцлера Германии Олафа Шольца показала худший результат в своей истории на выборах в Европарламент, набрав 13,9%. Джастин Трюдо, работающий уже 9 лет премьер-министром Канады, ранее открыто заявил о том, что хочет уйти со своей, цитата, «сумасшедшей работы». А премьер-министр Японии Фумио Кисида набирает самые низкие личные рейтинги в преддверии выборов в Японии, которые состоятся в этом году. Сын президента США Джо Байдена Хантер был признан виновным в хранении огнестрельного оружия всего за 2 недели до первых решающих дебатов его отца с Дональдом Трампом в президентской гонке, победа в которой для демократа находится под большим вопросом. Лидеры почти всех стран Большой Семерки переживают явные проблемы. Эммануэль Макрон и Риши Сунак с наибольшей вероятностью проиграют в предстоящих выборах, которые они сами же инициировали. Выборы были инициированы из-за сдачи позиций их партий на выборы в Европарламент. В США тем временем, помимо проблем сына Байдена с законом, сам Джо Байден не молодеет, и его рейтинг падает все ниже и ниже, что, скорее всего, приведет к поражению в предстоящих выборах. Западные политики переживают не лучшие времена, и вряд ли лидеры стран Большой Семерки будут сосредоточены на решении глобальных проблем, в то время как им самим угрожают внутренние. Лидерам стран с таким количеством проблем нечего давать этому саммиту. Единственным светлым пятном саммита, что не переживает никаких кризисов и находится в сильной позиции, является Джорджа Мелони, которая не перестает выигрывать. Через 2 года после прихода к власти в качестве лидера крайне правой партии «Братья Италии» доля голосов партии на выборах в Европарламент увеличилась. Но и одна Джорджа Мелони не в силах вдохнуть жизнь в этот саммит на фоне падающего доверия и рейтинга всех остальных лидеров стран-участниц. The only politician who's got anything to gain out of this is Italy's Giorgia Meloni. Единственным участником саммита G7, находящимся в сильной позиции и кто может получить от саммита что-то положительное, глава правительства Италии Джорджа Мелони, которая является председателем семерки на данный момент. Лишь Италия способна заострить свое внимание на глобальных проблемах и путях их решения. Единственная проблема в том, что Италия не относится к числу так называемых сверхдержав. На международной арене Италия 9-я по величине экономика мира, а поэтому влияние Мелони ограничено позицией ее страны на международной арене. Впрочем, для обеспечения безопасности лидеров на саммите Италия направила около 5000 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Но как саммит с его лидерами в этом году один из самых слабых, так и его организация. Корабль, на котором должны были разместиться более 2000 полицейских, накануне был арестован после жалоб на плохие условия. Первоначальное расследование показало значительные санитарно-гигиенические проблемы и серьезные недостатки размещения, что может считаться преступлением в сфере государственных заказов, говорится в заявлении полиции. Ранее на этой неделе профсоюзы пожаловались на плохие санитарные условия на борту. Они заявили, что многими каютами невозможно пользоваться. Там протекает вода, туалеты непригодны, а кондиционеры сломаны. Судно было арестовано по приказу прокуратуры с целью проведения дальнейшего расследования. В предварительном заявлении полиция также сообщила, что рассматривает возможность судебного преследования владельца судна. Михаил Таутиев, CBC. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев озвучило число перемещенных лиц во всем мире. Об этом говорится в ежегодном докладе организации. По данным ООН, на конец апреля 2024 года число людей, покинувших постоянное место жительства, превысило 120 миллионов человек.
Показатель числа беженцев и перемещенных лиц рос в течение 2023 года и продолжает увеличиваться до сих пор. Такие данные появились в ежегодном докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В нем говорится, что эти люди были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, кровопролитных войн, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок. Менее половины из числа беженцев – люди, которые покинули страну. По сравнению с 2022 годом рост числа беженцев и перемещенных лиц составил 8%. Это почти 9 миллионов человек. Если вы помните, последняя цифра, которой мы с вами делились – 114 миллионов человек. По нашим оценкам, самая последняя цифра сейчас составляет 120 миллионов. Таким образом, она выросла еще на 6 миллионов. Это беженцы, просители убежища, вынужденные переселенцы, люди, которых принуждают конфликты, преследования и все более сложные формы насилия. Гранди также отметил, что 120 миллионов – это довольно высокая цифра, и вот уже 12-й год подряд она увеличивается. Конфликты и войны остаются очень серьезной движущей силой перемещения. Отмечается, что большое число беженцев возникло после начала конфликта в Судане в 2023 году. То же самое можно сказать о Демократической Республике Конго и секторе Газа. Также в своеобразный антитоп входят Мьянма, Афганистан, Сирия, Венесуэла и Украина. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в случае, если не произойдет сдвигов в международной геополитике, то эта цифра будет продолжать расти. К сожалению, если не произойдет сдвигов в международной геополитике, то эта цифра будет продолжать расти. Возможно, и незначительно, в случае, если нам повезет, и у нас не будет новых конфликтов. Нерешенные старые проблемы также означают, что число беженцев будет увеличиваться. Поэтому я все еще надеюсь, что кто-нибудь увидит необходимость в этом свете в конце туннеля. Но на данный момент я по-прежнему очень осторожен в этом отношении. По его словам, то, как конфликты ведутся странами почти везде при полном игнорировании законов войны, международного гуманитарного права и зачастую с конкретной целью терроризировать людей, вселяет в людей страх. Верховный комиссар ООН считает, что это является мощным фактором, способствующим массовому перемещению людей. Новый кризис беженцев за пределами сектора Газа будет катастрофическим, особенно потому, что у нас нет гарантий, что эти люди смогут однажды вернуться в анклав. И особенно потому, что, как вы прекрасно знаете, ситуация с палестинскими беженцами является одной из нерешенных проблем израильско-палестинского конфликта. Поэтому мы бы добавили еще более сложное измерение к мирному процессу, который не продвигается вперед и который уже очень запутан. В течение 2023 года не менее 27,2 миллиона человек покинули свои дома. Причем каждый четвертый из них направился за пределы родины. За последние четверть века ежегодно в среднем 14,3 миллиона человек становились беженцами и перемещенными лицами. А в 2021-2023 годах этот показатель вырос до 27,8 миллионов, что, по мнению экспертов, обусловлено в том числе ростом интенсивности конфликтов в мире. Балифа Бахшиева, CBC. Премьер Государственного совета Китая Ли Цянь в ходе своего официального визита в Новую Зеландию принял участие в совместной пресс-конференции с премьер-министром этой страны. Встреча глав правительств прошла в столице Новой Зеландии, в Веллингтоне. Говоря о разногласиях между двумя странами, китайский премьер заявил, что они не должны стать пропастью, блокирующей сотрудничество между двумя странами. Учитывая наши разные национальные реалии и этапы развития, естественно, что мы не всегда во всем сходимся во мнениях. Но такие различия не должны стать пропастью, блокирующей обмены и сотрудничество между нами. Вместо этого это должно стать для нас движущей силой, чтобы учиться друг у друга и расти вместе. Обе стороны совместно обсуждают основные нормы, регулирующие отношения, такие как отсутствие вмешательства во внутренние дела, содействие общему пониманию и толерантности посредством равноправного диалога и обменов, поиск точек соприкосновения, разделяя разногласия и стремление к гармонии, а не к единообразию. В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон поддержал коллегу, говоря о том, что разногласия между двумя странами с разными политическими системами – это естественное явление. Он выразил воодушевление и готовность к будущему партнерству.
Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать важные области сотрудничества между Новой Зеландией и Китаем в ближайшие дни. И сегодня днем я также обсудил с премьер-министром ряд вопросов, которые важны для интересов Новой Зеландии. И, как и следовало ожидать, это включает в себя вопросы, по которым наши точки зрения расходятся. У Китая и Новой Зеландии разные политические системы. И как и во всех наших давних отношениях, вполне естественно, что мы будем последовательно и предсказуемо поднимать вопросы о наших разногласиях с Китаем. Премьер Госсовета Китая добавил, что встреча между главами правительства двух стран основана на взаимном уважении и давней дружбе. По его словам, Китай и Новая Зеландия являются твердыми сторонниками многосторонности. Азербайджан и Греция развивают экономическое сотрудничество по ряду направлений. Перспективные пути взаимодействия обсуждались сегодня в рамках 5-го заседания Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Все подробности у моей коллеги Слатын Мирзаевой. Слатын, добрый вечер. Добрый вечер. Тилля, отмечу, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Греции. Ну а товарооборот между странами за прошлый год составил 1 миллиард 400 миллионов долларов. Все детали в выпуске «Финтаймс» и «Карбарен». Пятое заседание Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией состоялось сегодня в Баку. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 1 миллиард 400 миллионов долларов. При этом Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Грецию, благодаря поставкам азербайджанского газа через трансадриатический трубопровод, а также интерконнектор Греция и Болгария. Это способствует диверсификации поставок и декарбонизации, указал сопредседатель межправкомиссии министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов, указав, что за 3,5 года в Европу было поставлено более 3 миллиарда 600 миллионов кубометров газа, значительная часть которых пришлась на Грецию. В прошлом году примерно 18% потребностей Греции в газе были покрыты за счет азербайджанских поставок. Ожидается, что до конца этого года в Грецию будет экспортировано 1,2 миллиарда кубометров газа. Азербайджан, который является надежным поставщиком энергоносителей в Европу и успешно продвигает политику зеленого роста, принимает COP29 в этом году благодаря высокому доверию и уважению на международной арене. Энергетика является приоритетной темой в новой эпохе с насыщенной политикой повесткой дня для сотрудничества. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленность, транспорт, туризм, сельское хозяйство, энергетика, образование, здравоохранение и культура. Представители Азербайджана рассказали о благоприятной инвестиционной среде, свободной экономической зоне Алят, индустриальных зонах и агропарках. Также рассмотрены возможности сотрудничества по Транскаспийскому международному коридору «Восток-Запад». По итогам заседания принят 2-летний план действий по дорожной карте сотрудничества во всех сферах. Подписан протокол 5-го заседания Совместной комиссии и меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана «Аспрома» и Агентством «Энтерпрайз Греция». Заседание комиссии подтверждает намерение стран укреплять двусторонние отношения. Очень важны вопросы развития сотрудничества в торговле, инвестициях, транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, технологиях, здравоохранении и туризме, а также создание механизма для продолжения диалога. Пятое заседание комиссии закладывает основу для непрерывного и конструктивного обмена идеями между Грецией и Азербайджаном. Сегодня московская биржа полностью остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Также изменено время начала торговой сессии. Таким образом, российские власти отреагировали на новые санкции США. Тем временем действия России вызвали ряд вопросов. Что будет с курсом доллара и евро, как это скажется на российской экономике и сбережениях россиян, и появится ли черный рынок валюты?
В связи с введением Министерством финансов США ограничительных мер в отношении группы Московская биржа приостанавливаются биржевые торги и расчеты по инструментам в долларах США, евро и гонконгских долларах. Как сказано в заявлении Банка России, для определения официальных курсов иностранных валют к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и данные цифровых платформ внебиржевых торгов. Многие российские аналитики уже сделали прогнозы по этому поводу в своих социальных сетях. Первое, что нужно понимать, это не означает запрета долларов и евро в России как таковых. Центробанк России поспешил выпустить заявление, что на других площадках торги долларами и евро продолжатся. И также ЦБ обещает, что в сохранности останутся валютные сбережения россиян на счетах в российских банках. Однако Мосбиржа – это ключевая площадка для валютных торгов в России. Именно на основе ее данных устанавливается официальный курс Центробанка России. По мнению аналитиков, возникшая ситуация вызовет ряд проблем. Так, это путь к формированию и расширению нелегального валютного рынка. И вот эти все процессы, которые связаны с купли-продажей в теневом, так сказать, сегменте, они, конечно, там будут ужесточаться, да, и валюта как раз там-то и будет дорожать. Да, возможно, это не будет касаться большого, крупного, малого, среднего бизнеса, который официально работает через банки, но спрос будет не меньше, а предложение, скорее всего, будет срезаться, что, конечно, приведет к удорожанию валюты, это во-первых. Во-вторых, если мы говорим про внебиржевые торги в части физических лиц, вот представьте, что вы сейчас все пошли в банк купить валюту для того, чтобы съездить отдохнуть. Эксперты также не исключают дальнейшее ослабление курса рубля, например, к золоту. А вот драгоценный металл по отношению к рублю может выступить как инструмент в какой-то мере, страхующий российскую нацвалюту от девальвации. По мнению российских аналитиков, вырастут комиссии за хранение валюты. Выводить ее из страны станет дороже из-за курса и рисков, а экспортерам сложно продавать. Не исключено, что в России могут появиться несколько курсов доллара и евро, официальный, отдельных банков и черного рынка. Хочется добавить, что, видимо, наличный доллар, наличный евро – это уже не просто, сказать, валюта, это уже не просто какой-то элемент платежный, да, это уже и, наверное, какой-то, ну, своего рода какой-то предмет для инвестиций, да, то есть это как слиток золота. Если мы имеем бумажный доллар, бумажное евро, то это уже крайне такая интересная инвестиционная тема, потому что, скорее всего, вот наличная валюта будет еще больше дорожать. Аналитики сходятся во мнении, что для рядовых граждан все происходящее может обернуться финансовыми потерями, инфляцией и другими экономическими проблемами. Самира Рзаева, CBC. Между тем, на казахстанской фондовой бирже все торги планируется проводить в штатном режиме. КСЭ прокомментировала введение санкций в отношении публичного акционерного общества «Московская биржа», а также прекращение торгов долларом и евро на данном российской площадке. На казахстанской бирже заявили, что введение американских санкций в отношении МОЭКС не будет иметь правовых последствий для КСЭ. Участие московской биржи в капитале казахстанской недостаточно велико, всего лишь 13,1%. В связи с этим казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр КСЕ продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. КСЕ рассмотрит продолжение деловых отношений с МОЭКС с учетом санкционных ограничений. Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» является ведущей площадкой в Центральноазиатском регионе. Между тем, Национальный банк Казахстана внимательно отслеживает ситуацию о введении санкций против ряда структур России, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. Курс образования тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно. Цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов за баррель. Южная Корея намерена активизировать сотрудничество с Центральной Азией в рамках турне по странам региона. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже посетил Туркменистан и Казахстан. На встрече в Астане он объявил о первой дипломатической стратегии Республики Кореи в Центральноазиатском регионе. Взаимодействие планируется расширять в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые посетил Казахстан, однако со своим коллегой Касым Жомартом Токаевым он уже виделся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры на высоком уровне крайне важны, ведь страны намерены развивать и расширять сотрудничество во многих сферах – от атомной энергетики и электроники до нефтегазовой промышленности и автомобилестроения. Кроме того, Южная Корея входит в топ-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. На сегодня стороны реализуют больше 50 совместных инвестпроектов на общую сумму больше 5 миллиардов долларов. Как отметили лидеры двух стран, Казахстан и Корея имеют схожие позиции по многим международным вопросам и, будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий. В этом году мы отмечаем 15-летие установления стратегического партнерства между Республикой Корея и Казахстаном. Поэтому я придаю особое значение текущему госвизиту. Корея намерена вместе, рука об руку, продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном, нашим ключевым и стратегическим партнером. В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества со странами Центральной Азии K-Silk Road. Южная Корея заинтересована также в поставках редкоземельных металлов. Стороны решили также развивать партнерство по всему циклу разведки, добычи и выплавки основных полезных ископаемых, включая литий. Корея наряду с Китаем является стратегическим партнером, экономическим партнером. Мы наблюдаем следующие интересующие области. Это автомобилестроение, это редкоземельные металлы, это здравоохранение и фармацевтика. Из-за ухудшения геополитической ситуации в Евразии конкуренция за обеспечение поставок становится жесткой. Наша страна находится в ситуации, когда интерес к новым источникам поставок ресурсов растет. Полезные ископаемые, которые нужны здесь, есть в Центральной Азии. Необходимо провести обсуждение на рабочем уровне между министерствами Казахстана и Южной Кореи, а также собрать соответствующие компании для создания бизнес-задач и получения результатов. В ходе визита Юн Сок Ёля в Астану стороны договорились о дальнейшем развитии диалога Центральноазиатской пятерки и Кореи, а уже в следующем году в Сеуле состоится первый саммит Корея и Центральная Азия. Что касается турне южнокорейского лидера по Центральной Азии, то, как отмечают эксперты, оно главным образом направлено на укрепление сотрудничества со странами региона и продвижение так называемой инициативы «Шелкового пути», целью которой является соединение технологических и инновационных возможностей Южной Кореи с потенциалом развития и ресурсами государств региона. Ратмир Ибраев, CBC, Казахстан. Ну что ж, мы продолжим отслеживать экономическую повестку. Пока у нас на этом все. Телли. Спасибо большое, Салатен. Салатен Мирзаева представил экономический блок. Мы продолжаем. Одним можно, другим нельзя. Похоже, именно этим принципом руководствуются правозащитные организации Запада. Они не торопятся как-либо реагировать на массовые беспорядки в Армении. Судьбы десятков задержанных и избитых демонстрантов в Ереване их не волнуют. Или им невыгодно об этом говорить. Запад продолжает молчать о массовых нарушениях прав человека в Армении. США и Евросоюз никак не реагируют на задержание протестующих в Ереване. Молчание западных организаций в армянской оппозиции назвали проявлением двойных стандартов. Вашингтон и Брюссель активно комментируют и даже вмешиваются в демонстрации в других странах, но к Армении у них особое отношение. Накануне у здания парламента страны армянская полиция применила грубую силу в отношении граждан. Правоохранители применили светошумовые гранаты, вследствие чего свыше 100 человек получили травмы. Один из бунтующих лишился руки. По данным Минздрава Армении, после разгона акции за медицинской помощью обратились десятки пострадавших. Премьер Армении Никол Пашинян всячески оправдывает действия полиции в отношении демонстрантов. Он заявил, что стражи правопорядка действовали в рамках законов страны. Участники движения, возглавляемого католикосом всех армян и Робертом Качаряном, совершили нападение на полицейских. Противодействие полиции демонстранта было профессиональным. И во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие попытались силой прорваться в парламент и совершить нападение. Полиция защитила законодательный институт Армении. Полиция защитила государственность Армении. По словам Пашиняна, в результате беспорядков перед парламентом пострадали в том числе 18 полицейских. При этом премьер признал, что одному участнику акции оторвало 3 пальца. В свою очередь, лидер протестного движения, скандальный архиепископ Баграт Галстанян, осудил действия полиции, хоть и сам спровоцировал беспорядки. «Смотрю на ряды полиции, и мне их жалко. Вам всем должно быть стыдно. Вы все прячетесь за щитами, как бараны. Мне стыдно за вас. И кому вы служите? Одному лживому трусу. Вчера вы ударили по голове женщину, избили отца погибшего солдата, пытались показать свою преданность, вы ее показали».
В армянских СМИ, между тем, тиражируется информация о применении полиции в ходе митингов специальных средств, в том числе ручной гранаты «Заряд-3» российского производства. Отмечается, что эти гранаты предназначены для использования в боевых действиях. Они обеспечивают временное подавление психологической устойчивости человека посредством звукового и светового воздействия. Тем временем, в партии Пашиняна утверждает о праве полиции осуществлять свои полномочия по применению специальных средств даже без предупреждения. А спикер парламент Армении Ален Симонян заявил, что готов обнять всех полицейских, защищающих, по его словам, правовой порядок. Пострадали в ходе акции в том числе представители СМИ, а один из операторов получил перелом ноги. Но международные журналистские организации по-прежнему молчат, делают вид, что ничего не происходит. К этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго.